Добрый день. Давайте знакомиться. Меня зовут Татьяна Панарина. Я являюсь руководителем представительства компании «Вивасан» в городе Липецке. Сегодня я хочу начать разговор на актуальную тему «Покой и гармония внутри семьи». Главными помощниками в этом являются натуральные полносоставные эфирные масла. Для компании «Вивасан» эфирные масла изготавливает швейцарский завод «Элексан Ароматика». Аромат – это самый быстрый способ достичь нашего сознания, подсознания, воздействовать на наши эмоции. И сегодня я хочу вам рассказать об удивительном эфирном масле, который уникально работает в этом направлении. Это эфирное масло сладкого апельсина. И начнем с детей. Эмоции, истерики. Почему? Когда ребенок ограничен в двигательной активности, он выражает свои эмоции по-другому. И мы имеем то, что имеем. Что же делать? Подселите эфирное масло апельсина к ребенку. Это значит аромкулон, аромаванна, аромодиффузор. Можно капнуть капельку масла на запястье, растереть. Можно использовать как духи на рефлекторной точке, если это девочка. Можно капнуть капельку на ватный диск и положить ребенку в изголовье. И через некоторое время вы увидите, как ребенок ваш меняется, становится более спокойной, рассудительной, уравновешенной. Еще. В Индии считается, что мама, которая не делает массаж стоп ребенку перед сном, нерадивая мама. Берем базовое масло, капаем туда обязательно эфирное масло апельсина, а дальше по возрасту и по одобрению можно. Розовое дерево хорошо работает, лаванда, если она вам нравится, можно ладан, можно добавить капельку эфирного масла чайного дерева, и тогда это будет уже смесь работы не только с психоэмоциональным состоянием, но и на укрепление иммунной системы. И делаем каждый вечер массаж стоп. Эфирное масло апельсина улучшает качество сна. Это касается не только детей, но и взрослых. И за более короткое время вы будете просыпаться более отдохнувшим. У вас изменится качество сна, у вас изменятся сны. И через сон эфирное масло апельсина уберет засевшую глубоко проблему, особенно страхи. На физическом уровне эфирное масло апельсина очень хорошо защищает от вирусов, бактерий, отлично работает с сосудами, с печенкой. И представляете, вы работаете с эмоциями, а печенка вам говорит спасибо. Эфирное масло апельсина, как взрыв оранжевого оптимизма, мгновенно нормализует биоэнергетику, освобождает от беспокойства, снимает стресс. Оно обволакивает своим теплом и жизнелюбием, восполняя недостаток внимания, тонизирует, дарит солнечную радость и уверенность в своих силах. Масло апельсина воссоединяет человека с внутренним его ребенком и вносит в жизнь спонтанность, веселье, радость. Я желаю вам здоровья, счастья, благополучия. До новых встреч!